Инвесторам предложили две бизнес-идеи, направленные на развитие туристической отрасли. Оба кейса предполагают создание глэмпинга в Баймакском и Гафурийском районах. Стоимость первого оценивается в 33 миллиона рублей, бюджет второго – 18 миллионов. В Баймакском районе инвестору предлагают площадку вблизи водопада Гадельша, самого крупного на Южном Урале. Эту достопримечательность ежегодно посещает множество туристов, поэтому создание инфраструктуры поможет быстрой окупаемости проекта, считают эксперты. В Гафурийском районе площадка находится около деревни Таш-Асты, недалеко от скал Акташ и Уклы-Кая, которые также являются популярным местом отдыха среди жителей и гостей республики. Это очень красивое место, сердце республики Башкортостан, географический центр, плюс чистейшая река Зелим, окончание сплавов, это раз, да, начало природного парка Зелим, геопарк Таратау, пещера Киндалинская, и все это на фоне красивых скал и гор. По инфраструктуре, по сетям проблем там нету, по газу и по водоснабжению есть определенные нюансы, но это, конечно, приличная встреча. Согласно концепции, территории глэмпингов будут оборудованы геокуполами, лаунж-зонами и кафе. Будут доступны различные виды активного отдыха, включая водные прогулки и рыбалку. Бизнес-кейсы также содержат в себе финансово-экономические показатели, информацию о сроках реализации, окупаемости и объеме прибыли, которую получит инвестор.